нравится вот такой стиль. В нашем доме будет такой стиль. Это один из немногих стилей, точнее, это, наверное, один единственный, который меня впечатлил. Фонарь. О, так он еще и открывается там. Да. А как? А, во. О, как. Нормально. Полочки какие. Икея? Да. Вот у нас будет все в таком стиле, кофе, хорошо? Тумбочка. Ну, может, не прямо Икея, но очень-очень похоже. Ну, все равно, давай в таком стиле сделаем. Сделаем, сделаем. Тут, понимаешь, еще мебели-то нету. А потом... А что нам надо? Стол? Стол заваленный всякой всячиной. Стол у тебя будет вон, в ванной, хочешь? В ванной, стол. Ну все равно, знаешь это? Юрты. Так что, остаемся здесь еще жить? В юрте? Ага. Можно работать, устроиться. Бесплатно жить. Собачником. Собачником. Ну, если возьмут, можно. Кормом. Кормом для собак. Теплый пол. Вот окно, ты чё? В том смысле, что без окон можно, да? Ну, главная достопримечательность дома. Спящая Венера. Какая Венера? Где ты её увидел? Мне как там мать Тереза в чёрном. Скажи что-нибудь. Что сказать? Я хочу такой дом, в таком стиле. Ты про запах скажи. Да, заходишь сразу, пахнет, запах такой. Приятный. Правда. Он приятный, но мне кажется, он что-то искусственный. Как будто набрызгали здесь, я не знаю. Но мне кажется, наоборот. Или дерево это... прям. Да, дерево какое-то. Выглядит как будто вот как новое все, да? Пропитано или не пропитано. Что там про ясень говорили? Про какое-то дерево? Которое с запахом, наверное. Это... Осина. Почему осина? Нет, не осина. Осины их много. Какое-то такое вкусное. Можжевельник. Можжевельник, точно.